Представляем вашему вниманию учебник по курсу «Правоохранительные органы». Он подготовлен кафедрой уголовного процесса Нижегородской академии МВД России. Общая редакция Полякова Михаила Петровича. В учебнике рассмотрены правовые основы деятельности судебных и правоохранительных органов, отмечен логический стиль изложения материала, доказательность и достоверность приводимых фактов. Ярко выражена прикладная направленность учебника. Практикум содержит дидактическую информацию для всех видов занятий и самостоятельной подготовки. Специальная терминология используется умеренно. Учебник будет полезен для будущих сотрудников органов внутренних дел. Юрайт рекомендует.